Это лечится. Это нет. Были те, кто ошибался не только со всеми, а еще многократно. А ничего потом. Смотрите, речь сейчас идет все время о чем? Думать меньше, чувствовать больше. Вы понимаете, как только мы начинаем думать, мы перестаем чувствовать. Как только мы перестаем чувствовать, мы тонем в потоке информации, который нам в результате ничего не дает. Потому что еще неизвестно, насколько она достоверна. К тому же меняется. То есть то, чем вот мы сейчас занимаемся, я занимался достаточно долго на уровне физического взаимодействия, не онлайн, с людьми и структурами, которым нужно было решать задачи в стрессовых ситуациях, назовем это так. То есть, когда на информацию полагаться было нельзя совсем. Вот. А сейчас ситуация в жизни изменилась так, что мы все живем в ситуации, когда порядок отсутствует, есть неопределенность, есть хаос. И рассчитывать на то, что вы головой сообразите и примете правое решение, это наивно. То есть можно просто случайно угадать. Тот, кто не переходит на более совершенный чувственный уровень принятия решений и чувственный уровень влияния на других, тот исчезает с лица земли, отмирает, как атавизм. Женщинам в этом смысле проще, они более чувственно ориентированы. Но тренировать это нужно все равно, иначе это работает эпизодически. Теперь, пожалуйста, у нас Маша отбыла в мир иной, вот, но, то есть, куда-то там. Отключилась просто. А, ну, видите, а я волновался. Хорошо, давайте, берем карты. Точно так же. Простите, я все забыл. А, Альбина. О, видите, написано... А, Леночка, это вы поменяли, что ли, имя? Да, представляете. Бабы заставили, я понял. Вот, лишь бы утопить конкурента, на все способны. Да, ладно. Смотрите, Альбина, вам из всех присутствующих нужно отобрать в свою команду тех, всех тех, кто не старше вас по карте. Соответственно, платят хорошо, бесплатно кормят. Мы все рвемся. Все вам будут опять, как всегда, в нормальной жизни врать для того, чтобы хорошую работу получить. Понятно? Значит, вы так и будете говорить, беру или не беру. И когда человеку сказали, он открывает карту. Давайте. Свою показывать? Не, зачем? Нет. Ну, вон Юля не компари, качает головой, говорит, что ты, дурочка, что ли? Зачем свою же показывать? Ага, вы понятно. Знаете, что вам надо. Этого достаточно. А нам-то зачем знать? Давайте. Задавайте вопросы. Елена? Да. Елена, какая карта у вас? У меня золотая. Вижу. Вижу, что золотая. Со стразами. Со стразами? Да. Короны без простите, короны. Простите, я сразу хочу уточнить. Задача всех нас, кроме Альбины, быть выбранными. Поэтому нам нужно сориентироваться, попытаться понять, а какой ответ ее устроит больше. И с этой точки зрения ответ золотая со стразами, с разрезом там до пупа, это рискованная игра. Поэтому я вам советую, это дело личное,
Но смысл в том, чтобы почувствовать, а что, собственно, ей надо. Давайте. Четыре стразы. Так, я беру в команду всех, у кого ниже меня карта, не да? Не выше вас, то есть... Не выше. Да. Четыре стразы. Сейчас все будут, поскольку все знают принцип, по которому вы берете, сейчас все будут говорить, да у меня двойка, что вы, у меня двойка, четверка, у меня малюсенька такая. Давайте. Елену беру. Открывает Елена. Альбина, наивные вы наши, давайте. Ну, может быть, у вас король. Давайте. Юлия. Юлия, у вас какая карта? Ну, такая совсем несущественная, абсолютно. Несущественная. Она вам точно подойдет. Ну, ты что, берешь? С погонами, без погон? О, сложно сказать. Это как вот посмотреть. Не знаю. Не полковник точно. Не полковник, да? Сколько звезд? Ой, да мало, я же говорю, Альбин, бери быстрее, пока я это еще здесь на месте. Угу, понятно. А в школе пишут эти цифры? В общем, вопрос-то какой. Ну, пишут, может быть, наверное. Кто же их знает? Пишут, да? Не беру. Так. Виктор. Да. Какой левел? Какой левел? Да. Вот такой. Но я думаю, с таким лейблом не прогадаете. Вот она. Так. Вальта бьет вашу карту. Вальта бьет. Ваша карта. Она, если только козырная. Вообще не дерется, вообще никого не бьет. Вообще никого не бьет. Никого не бьет. Вообще никого. Ее скорее бьют, эту карту. Ее бьют. Да. А она какая? Цифровая или с изображением. Простите, Альбиночка, я на секунду вас. Вот у вас всех, кроме Альбины, разумеется, есть возможность Альбину наблюдать. Я думаю, видите, хорошо. Вот Альбина задает вопросы, а в результате то, что она получает, это ничего не дает. И вот она плывет. Может так еще до утра задавать вопросы, пока на работу не надо будет идти. А задача-то когда будем решать? То есть, Альбиночка, смысл состоит именно в том, принятие быстрых решений в первый момент. Как только вы вступаете в диалог, у вас появляется знание партнера, которое накапливается уже потихонечку. И чувственное восприятие, оно снижает. Смотрите, вот, Альбин, вы представляете, может быть, слышали когда-нибудь, в кино видели, такая есть штука, как секс. В кино видела, да. Ну вот, да. Значит, смотрите, когда ощущение острей, когда голова работает или когда она отключена, что в кино показывают, что говорят? Когда отключена. Конечно, естественно. Как только голова начинает думать, сразу острота ощущения пропадает. Вот я спрашиваю, поскольку с нами Юлия Кампари уже сегодня делилась своим хорошим отношением к голым мужчинам, я спрошу тогда,
Юль, с вашей точки зрения, как специалиста, при прочих равных, кто получает от секса удовольствие больше, мужчина или женщина? Думаю, что женщина. Хорошо, а Юля уже не компари. А вы что скажете, как владелица борделя? Мужчина получает. Ну хорошо. Но раз он не думает. А? Простите? Потому что он не думает, темно, ничего не видно, мозг отключен. Значит, вот сейчас мы спросим Виктора. Вдруг он тоже слышал или в кино видел. Виктор, что вы скажете, с вашей точки зрения, мужчина или женщина получает удовольствие больше от секса? При прочих равных там. Я так оглянулся. Просто уборщица дошла. У нее можно спросить тоже. Я не могу сказать наверняка. Не, ну как, мы говорим. Женщина. Как вы считаете? Наверняка как-то... Как я считаю, женщина. Mm-hmm. Женщина. Хорошо. Я не спрашиваю Машу с Леной, поскольку они просто уже в теме. Вот. Это же мы на каждом тренинге в той или иной форме об этом говорим. Вот. Без секса мы нет, тренинги не проводим. По очень простой причине, потому что энергия, которую мы используем, она же имеет сексуальной природы. Энергия удовлетворения желаний. Сексуальная творческая энергия. Именно поэтому наше сознание блокирует. Так вот, конечно, Юль, вот Юля не компари. Мы вас должны разочаровать и обрадовать одновременно. Женщины, конечно, по очень простой причине. Женщина за качество секса ответственности не несет. Если что-то пошло не так, то кто недоработал? Мужчина. И он это прекрасно знает. Более того, если женщина пытается ему дать понять, что он свободен от ответственности, не получается, он все равно. Мы, мальчики, с детства знаем, что удовольствие женщины – это наша ответственность. Никуда от этого деться нельзя. Более того, здесь вообще очень просто. У мужчины, в отличие от женщины, может не встать. А у женщины такой проблемы нет. Поэтому она не думает, получится, не получится, возникнет, не возникнет. А мужчина думает. Кроме того, женщина может позволить себе расслабиться и получать удовольствие. А мужчина должен работать на это удовольствие. Это его. Да, можно поменяться ролями, как эпизод. Но в целом-то, кто должен вкалывать? Мужчина. Кто должен смотреть, все ли хорошо идет? Мужчина. И вот он, бедняга, нагруженный всем этим. Идет женщина в постель. Я хочу тут удовольствие. Тут... Вот. Поэтому, для того, чтобы мужчине как-то с женщиной в этом смысле сравняться, он выпивает стакан водки. Добавляет еще один. Голова отключается. И тогда он тоже ни о чем не думает. То есть вот необходимость отключить голову для того, чтобы взаимодействовать на чувственном уровне, она естественно, без этого никак. Другое дело, что кто-то для этого обкуривается, пьет, колется, делает что угодно, вам лучше знать. Потому что я живу не в России. Те люди, которые умеют, они просто отключают голову. Вот мы тренируем людей отключать голову всякий раз, когда она не является эффективным инструментом принятия решений. Только об этом идет речь. Когда Альбина думает, а что бы еще спросить Виктора, она думает по одной причине, голова не отключилась. Вот, смотрите еще, Альбиночка, поскольку вы эти кино смотрели, согласитесь, можно мужчине сделать что-нибудь как бы приятное, а потом спросить, ну как тебе, было хорошо, понравилось? А можно не спрашивать, а просто почувствовать, согласитесь, это не то же самое.
Когда я слышу где-то, читаю даже каких-то, какие специалисты рекомендуют для большего удовольствия от секса надо сесть, поговорить, обсудить, поделиться. Я думаю, они что, умом тронулись все? То есть я понимаю, что тронулись, это даже не вопрос. Это просто очередное. Ну, кому же в голову придет обсуждать? А почувствовать нельзя? Если женщина что-то делает, она что, не может почувствовать мужчине, это приятно или нет? Это то же самое мужчине. Что-то он сделал, что же надо спрашивать? Вот так хорошо? А почувствовать, что хорошо или плохо, нельзя, что ли? Да можно, конечно. Просто на это надо быть сориентированным. Вот этим мы и занимаемся. Никакой головы. Давайте, добивайте. Альбина, добивайте недобитых. Виктор, возвращаемся к вам. Я здесь. Потерялся. Да, я уже потеряла мысль. Так, что с картой? Какая карта у вас? 19 часов. У меня хорошая карта, я думаю, она вам подойдет. Подойдет. Беру. Да. Мария. Да. Какая карта у вас? Подойдет мне? Конечно, подойдет. Безусловно. Не беру. Все, поняла. Так, кто-то еще остался? Юля. Я еще осталась. Так, Юля, да. Юля, у вас какая карта? Двойка. Двойка? Беру. А что там? Не вижу. Девятка. Ну, практически двойка. Да. Ну, давайте. Двойка. Давайте со мной тоже. Так. Какая у вас карта? У меня, как у Юли, у нас общая карта с ним. У Юли компания. Прости, Господи. Это двойка или девятка? Это двойка, конечно. Конечно, двойка. Беру. Правильно. Почти девятая, Юлечка, не дотянул до вас немножко. Давайте, все посмотрели? Да. Давайте, какая у вас? Шестерка. То есть единственный человек, который... Нет, двое подходили. Юль, какая у вас карта? Шестерка. Вам подходили двое. Машу вы послали нахрен, а Юлю взяли или нет? Так, подвисаете немножко. Ну, да, сейчас, секунду. Бывает. Двое подходили, Юля, собственно, и я. Да. Вам меня слышно? Есть такой. Да, я просто хочу уточнить. Вот и слышно. Да, Юля, вас взяли или не взяли? Не компари, Юля. Юля, вас взяли? Не помните? Взяли. Взяли? А меня нет, получается. Да. Да. Понимаете? Алекс, звук включите, мы вас не слышим. Да. Хорошо. Все, теперь слышим. Да, теперь смотрите. Эти карты убирайте. Вот у нас есть Юля Кампари. Будем считать, что вот это вот Кампари Групп. Это, понятное дело, Юлина. Правильно, Юль? Конечно. Конечно. Она деньги гребет лопатой. Вот. Но надо же делиться. То есть, Юлечка, чтобы вам легко работалось, вас надо крышевать. Ну, я человек из 90-х годов Москвы. Я по-другому бизнес не представляю. То есть, если есть группа, у этой группы должна быть крыша. Вот крыша состоит из трех человек. Из Альбины, Виктора
и Юлии. Сейчас Юля Кампари возьмет карту. Юлия, это то, что вы заработали за прошедший месяц. В миллионах. Значит, если там от двойки до десятки, понятно, это от двух до десяти миллионов. Валет 11, дама 12, король 13, туз 14. Это понятно? Да. Вы, естественно, всем налоговым инспекциям, крышам и даже любопытным знакомым говорите, что вы бедные, ничего не зарабатываете, очень мало. То есть вам нужно скрыть реальные доходы. Чем скроете искуснее, чем меньше покажете, тем лучше вашей группе. Правильно ли? Что ж я вас учу, вы сами это знаете. У них задача прям противоположная. Они-то как раз с вас должны получить то 10% от того, что вы заработали. То есть они к вам приходят и говорят, сколько в прошлом месяце? Вы говорите, 2. Они говорят, 2, да? Или 3. У них есть инструмент. Если они вам не верят, а вы упираетесь, они могут вас лишить жизни. В наших условиях онлайн мы делаем это так. Допустим, Виктор говорит вам, Юль, 3 раз, 3-2, вы стоите на своем и говорите 2. А, допустим, вот 8 раз, 2, 8-3. Да. Может, Алекс, еще раз повторите последнее. Еще раз повторю. Значит, есть инструмент. Если она упорно стоит на своем, тогда ей предлагается выбор. Допустим, как сказала Лена, она говорит, у меня 7, а вы говорите 8. 8 раз, 8-2, 8-3, а она упирается и говорит 7. И тогда вы говорите «бай-бай». «Бай-бай» – это кодовое слово, означающее уход в мир иной. Закатывание в асфальт, как было сказано на одном из тренингов. Это понятно. Виктор, понятно, да? У вас есть инструмент? Частично. А, Лена с Машей вам подскажут. У вас есть инструмент давления на нее. Я вам покажу, как это выглядит. Машин, возьмите карту, пожалуйста. Я зависаю? Да, да. Если я зависаю, Лен, вы да. С Машей покажите. Да, да. Маш, сколько заработала в этом месяце? 5, только 5. Может, 7? Давай 7. Не, 5. Да 7, Маш. Больше нету, чем 5. Да не, Маш, 7. 7 раз. 7-2, Маша. Ну ладно, хорошо, 7 это все, что я могу, больше нету. Больше 7 нету. Ну давай 8-то наскреби. Ну откуда 8? Нет. 8, Маш, 8, давай. Нет. 8 раз. 8-2. 2,5, Маша. Ну хорошо, 8. Так. Больше 8 нету, клянусь. Нет, по твоему довольному лицу я вижу, что там 10 прям есть. Прям 10. 10, Маша, 10. Так, 10 раз. 10-2. Ну хорошо, 10. 10 это потолок. Больше 10 нету. Клянусь. Ну ладно, окей. 11 и расходимся. Ну нету, 11 нету. 11. 11 раз. 11-2, Маша. 10. 2,5. 10. Сейчас голову тебе сшибем, Маш, чего? Давай, ну, давай, делись. 10. Ладно, верю, 10. Перевожу 1 миллион. Меня сейчас слышно? Меня сейчас слышно? Да.
Смотрите, принцип прост. Возможно, вы знаете без меня, но я повторю. Когда у человека есть выбор, то он выбирает. А когда у человека нет выбора, он не выбирает. Понятно, что выбирать – это работа, это энергозатратно. Если у Маши 10, а ей говорят 11, она говорит «нет», ну, ей выбирать не с чем. Она единственное, что может сказать «нет». А вот если у нее 12, то на 11 она будет думать, признаваться или упираться. И можно уловить, что там идет работа, энергозатратное дело. Если вы уловили, вы легко выйдете на тот момент, когда она тратится, а на следующем уровне уже нет. Это выглядит примерно так. Альбиночка, представьте себе. Мы хотим что-то узнать у Юли. Она говорит, что не знает. Мы берем и отрезаем Юле один палец. И опять спрашиваем. Алекс. Еще раз. Алекс не слышит. Да, простите, вот у нас бывает иногда такое. А мы начинаем Юлю резать по кускам. Слышно меня, да? Режем, да, Юлю по кускам, даем ей такой уровень страдания, что, как мы считаем, упираться было бы просто глупо. Постепенно мы ее просто закатываем, заталкиваем в мясорубку, прокручиваем. И последнее, что она говорит, все равно не знаю. Тогда мы говорим «да». Верим, не знала. Видно, она бы согласилась, сказала бы, если бы такой вариант был. То есть здесь надо уловить момент, когда, очевидно, уже выбирать нечего. Знала бы, сказала. Об этом идет речь. А, Виктор, ну я думаю, что вы это все знали без нас. То есть, принцип простой, дознавательский. Вам нужно втроем будет принимать решение. Но если вы ее грохнете, а потом выяснится, что она-то говорила правду, ну, понятно, что грохнут вас, чтобы вы не грохали куриц, которые могут нести яйца. Все, Юлия Кампари, берите карту. Посмотрите на нее. И держите перед собой, не-не, перед собой держите, чтобы не передергивали, да. Все, пожалуйста. Шеф мафии, босс, послал вас собрать очередной месячный взнос, пожалуйста. Юль, давай делись уже, сколько можно. О. Юль, у меня мало. Ты все время говоришь, что у тебя мало. Давай, десятка, не меньше. Нет, ну, десятка точно нет. Вот два есть. Да ну хорош, ты гонишь. А мы с Виктором крыша, извините. Конечно, вы втроем крыша. Слушайте, Кампари групп в одиночку не потянете. Втроем. Поэтому вам решение принимать совместное. Здесь есть один плюс. Пока Юля не Кампари, Юлии Кампари под ногти иголки загоняет, у вас есть возможность со стороны смотреть и анализировать. Когда Юля устанет, я имею в виду нашей, не Кампари, конечно, она говорит, ладно, ребята, давайте вы поработаете, я перекурю. Тогда вы берете паяльник, вставляете Юлии Кампари в задницу и задаете те же вопросы. И теперь уже Юля не Кампари со стороны наблюдает. Потом Виктор подключается со своими идеями, как можно разговорить Юлю Кампари. Виктор делает тоже что-то интересное. Конечно. Я что-нибудь придумал. Конечно. То есть вам главное что? Если вы втроем, есть возможность видеть, да, со конечно. Стороны. Это помогает. Вот. Пожалуйста, главный результат. Не превращайте это в бесконечный процесс. Деньги нужны сейчас.